Всем привет! У нас экспресс переодевание в машине. Да, с танцев приехали мокрые все, взмокли, потому что у нас 30 градусов. И сегодня отрепетировали все как следует. Осталась последняя репетиция перед концертом. Покажу вам сегодня. Ну, а мы с корабля на бал. Переоделись в машине и мчимся на день рождения Катюшки. 27 лет, я мама шикарной, красивой девочки. Горжусь ей безумно. Кто смотрит сюжеты, кто знает нашу семью, у нас это семейное. Я обожаю делать сюрпризы. Моя Катя пошла в меня, Милана. И, слава богу, и мне, и Кате попали сейчас потрясающие мужчины, которые точно так же любят удивлять. И придумывают какие-то невероятные сюрпризы. Удивлять мы умеем. И сегодняшний мой сюжет будет полон удивления. Я до сих пор не могу прийти в себя от новости, которые нам преподнесли. Поэтому оставайтесь до конца. Значит, первое убирашин, как мы говорим, удивление Крис устроил Кате, когда они поехали сначала в Европа-парк. Провели там замечательный день. Это парк аттракционов типа Диснейленда, но я его люблю больше, чем французский Диснейленд, потому что там есть возможность и взрослым получать море удовольствия. Вот. А после этого парка он ее пригласил в замечательное место, где билеты, куда попасть было, не так-то уж и просто. За год нужно было резервировать место, посылать запрос. И через полгода ему выставили 4 даты, когда у них есть возможность их принять. И так получилось, что одна из дат была близка к Катиному дню рождения. И он, естественно, это все взял. Значит, что это такое? Это аттракцион, который заключает в себе кулинарное путешествие. Плюс удивление и необычные действия. Это даже невозможно описать. Во-первых, в некоторых залах там вообще запрещено снимать, фотографировать, так как это за лицензированное ноу-хау, чтобы никто не перенял этот концепт. Вот, поэтому Катя мне скинула сейчас видео, которые она успела и смогла сделать. Я обязательно с вами поделюсь. Не спрашивайте меня, где это, и что это, и как это называется. Может быть, вы уже про это знаете, может быть, в ваших странах есть такое. Будет интересно пообщаться с вами в комментариях. Итак, это кулинарное путешествие можно было заказать в разных интерпретациях. Вегетарианская версия, мясная версия, либо версия с сопровождением шампанского. То есть каждому блюду вам будут подавать соответственное, подходящее по вкусу шампанское. Значит, такая версия самая дорогая, стоит 2000 с человека. Версия с мясом, вегетарианская, рыбная. Короче, у них был пакет по 300 евро с человека. Значит, одеться нужно было smart casual. Вы там не одни, с вами еще 10 человек. И попадаете вы в такой потрясающий зал. Очень все красиво сделано по последним технологиям. Это искусственный интеллект в большинстве своем, в оформлении. Сначала, когда вы только заходите, значит, вам выносят такие как бы шарики разноцветные. Вы вытаскиваете шарик и определяете цвет. Например, красный. Значит, вы должны ждать в этом фойе. Вам дают напитки приветственные и какие-то коктейли. И вы ждете, пока не загорится красный свет. И на стене идет отсчет, да, когда за вами придут. Это все как будто бы ты где-то в космосе, в какой-то параллельной вселенной. Значит, потом, когда тебя уже забирают в какой-то зал, каждый садится за индивидуальный столик. Все это такого обтекаемого дизайна. Очень все красиво сделано. И высота потолков просто нереальная. Какие-то огромные пространства, где-то по 5-6 метров.
И на всю стену, например, в нескольких случаях были какие-то действия, да, как будто бы ты под водой находишься, вокруг тебя рыбы. То есть вот ощущение полного погружения. Вот, значит, самое интересное было, когда эти столики куда-то поехали друг за дружкой. Причем на полу ты не видишь никаких рельс. Непонятно вообще, как они перемещаются. В каких-то залах были такие тоненькие, как поросточки, да? Но это потом уже обращаешь на это внимание. Значит, ты перемещаешься в другое помещение, где на всю стену аквариум с огромными рыбами, с огромными какими-то разноцветными медузами. И тут твой столик разворачивается, и из-под него открывается ящичек, и в нем лежит закуска. Причем это все выполнено в исполнении высокой кухни. Иногда даже непонятно, что это, но тебе все время объясняют, да, то есть таким вот голосом, как будто бы из другой галактики тебе говорят, что это. Подходит официант, например, вот в этом подводном царстве, а у нее было такое бежевое платье, все увешано огромными жемчужинами. Вот, она подошла и полила тебе твою закуску каким-то соусом, и она начала вдруг дымиться. Вот, короче, как только ты это съел, этот ящичек закрылся. То есть тут ты начинаешь понимать, что, о боже мой, там все время была эта закуска. Или они каким-то образом ее туда доставляют лифтом. Очень много вопросов, загадок. И потом, значит, ты перемещаешься дальше. В общей сложности им подавали три вида амисбуш, это типа закуски, три вида основного блюда. Короче, по-моему, 9 или 10 подач. И каждое блюдо было сопровождалось определенным напитком. То есть это было не просто вино, это были какие-то коктейли смешанные. Но все просто великолепно сочеталось. И вот эти эмоции, впечатления и эта неизвестность, что будет дальше. То есть каждая комната была тематически, да, то они были в Японии, а завершили они свое путешествие на Луне. Короче, они куда-то улетели в космос, эти, значит, столик дальше начал ехать, у тебя ветер в лицо начал дуть, ты начал испытывать какое-то чувство чуть ли не гравитации. И потом ты приземлился на Луну, и там уже совершенно была другая подача блюд. Короче, просто потрясающее впечатление, море впечатлений. И я считаю, что это просто уникальный, потрясающий подарок на день рождения, на свадьбу, на юбилей. И мы так обсуждали, что было бы неплохо, когда вот эти 10 человек, это все твои знакомые, да, то есть какой-то компании. Либо, например, какой-то вот фирмой организовать, да, такое выездное мероприятие, чтобы были свои люди, да, чтобы потом можно было обсуждать вот эти эмоции, которые на тебя нахлынули. Вот, интересно будет пообщаться с вами в комментариях, есть ли в ваших странах такие вот удивительные мероприятия. А сейчас я покажу, как мы будем удивлять Катю, потому что Крис придумал на вечер нас собрать в одном месте. И она не знает, что мы придем. Это будет опять-таки для нее удивление. Ну и как Катя мне уже сказала, что они приготовили нам тоже какой-то сюрприз. Удивительный сюрприз. Я уже боюсь подумать, что это. Так что смотрим теперь, как отмечает молодежь в Швейцарии день рождения вне дома. Ничего себе! Здесь я еще не была. Тут в Солотурне тоже есть бади, бассейн. Видите, вместо песочка все на зеленом газоне лежат, загорают и купаются. Так, здесь у нас пляжный волейбол играют люди на песочке. Здесь такие барчики пляжные. Как хорошо уже выросла лаванда. Так, смотрите, здесь есть массажи прямо здесь, на земле. Господи, с 11 до 18. My body master. Он главный.
Значит, я узнала, массаж 20 минут стоит 35 франков, час стоит 85 франков. И одна говорит на английском, вторая на немецком. Обе работают в этом ресторанчике, так что ждут, когда у них выстроится очередь, потому что они только начали. Ну, классный концепт, скажите, в таком тенечке массажик себе делать. Ничего себе, сколько здесь велосипедов. Как потом найти свой? Боже, там еще есть вышка прыгать. Раз, два, три, четыре этажа. И, пожалуйста, 7 франков платишь. И целый день входной билет. Есть бассейны, где олимпийские дорожки, есть бассейны, где разная глубина, есть для деток тоже классные места, детские площадки. Пожалуйста, дети играют в волейбол, активный вид отдыха. Так, здесь какой-то кемпинг от CSS, и ресторан называется... Были цветочки, не знаю. Спасибо. Ну вот написано. Катя, видела новые обувь от мамы? Очень красиво. И... Красота. Посмотри на эту жопу такой. Именинница. Водичка у нее такая крутая. Я вас буду всех снимать. И Криса, и Криса. И вот эту морду, которая меня поцеловала только что. Махсиц? Венчор, Криса. Уфе? Уфе? Кайла Уфе? Ауф. Ауф? Ауф, Кайла. Ауф. Ауф. Вау. Фас? Молодец. Красавица. Это чиз. Но чи пес, то драма. Тут для деток еще есть детская площадка. Я так понимаю, это все принадлежит кемпингу. А теперь мы идем за стол и будем заказывать еду. Так, посмотрите, такой скромный ресторан, вроде бы, да, на пляже. И посмотрите на вот эту шикарную подачу. Значит, у меня здесь шашлычок из свинины. А теперь смотрим. У Биака огромные шницы. У Миланы розы, картошечка и специальный соус. Мама, подожди. Тебя едут? Да. Вау. А что здесь у тебя необычного? Это что? Это бургер. С чем это? Вот это белое? Яйцо, а, яйцо. Картошку они тут все делают сами. Сейчас пойду посмотрю, что у других. У Криса тоже такой бургер с беконом, с яйцом, да? Данке. Вау. А, я хотела это тоже заказать на огурцовая подушка. Умбадир и смит кускус сандерфилет. Абр супер. Лук випорционный. На здоровье. Все. За здоровье твое. Здоровое желание. Much success, much love, everything. Get the bag. Я вервода с мужнертей. Так это же что это? Шоки кухон. Нет. А, то есть там внутри как лава кейк. Вау. А это ванильное шоколадное мороженое. Горячим сиропом. С ягодным горячим сиропом. И теперь едим то, что стекает. Я иду к тебе. Итак, пару слов еще скажу про сам день рождения, который мы провели в прекрасном месте на пирсе. Очень рекомендую этот ресторан. Значит, сначала собрались в тенечке, пили аперитив, разные коктейли. Были подружки Кати, причем еще те, с которыми она дружит со школы.
И все сидели, общались, это было где-то час-полтора. А потом, когда мы все переместились за стол, то есть напитки каждый покупал сам себе. Когда мы пошли уже за стол, некоторые девочки сказали: все, спасибо, спасибо, мы типа кушать не хотим, и ушли. А так как в Швейцарии принято, что каждый платит за себя, когда у молодых день рождения. Вот. Но у нас Крис, он хорошо воспитан, в принципе, такой же, как Беат, они все время на перегонки, да, кто за что будет платить. И, конечно же, мы хотели принять участие, но он заранее пошел в туалет и оплатил весь счет. То есть за нашу семью, за Влада и плюс еще одна подружка была. Вот. Но не на тех нарвался, то есть Владик краем глаза увидел, сколько было в счете, и я ему половину сразу же перевела, значит, на телефон. Вот, прекрасно посидели, великолепно все мы отмечали, и в конце нас ошарашили такой новостью, что, несмотря на то, что прекрасные отношения, и 3 года, да, они вместе живут, и все у них замечательно, сейчас они решили разъехаться и жить отдельно. Это не значит, что у них нет отношений, у них они все еще пара, но моя Катя хочет пожить отдельно. И вы же видели, да, что мы уже с ней ходили, смотрели квартиру, как выяснилось, она туда будет переезжать одна. Вот, ну и сейчас будет, предстоит опять-таки переезд, предстоит опять обставить полностью всю квартиру с нуля новую, потому что в эту, буквально где они год назад переезжали, это, естественно, было все общее. Вот, неприятное для меня, конечно, удивление, я вообще просто в шоке, потому что я очень люблю их пару, и, казалось бы, ничего не предвещает беды, но такие вот современные отношения. Не спрашивайте меня больше ни о чем, для меня самой это новость, но, как сказала моя Милана: мама, ты ничего не понимаешь, это современная молодежь, у них все по-другому. Вот, так что вот такой вот у нас день впечатлений, день разных эмоций и разных приключений, можно так сказать. Вы взяли на заметку этот прекрасный ресторан прямо на берегу реки в Салатурне, возле бассейна. Вот, и обязательно пойдите, попробуйте, там все вкусно, порции огромные и очень классные цены, где-то 26-35 франков за порцию. Вот, ну, я буду с вами прощаться, спасибо, что посмотрели этот сюжет до конца, спасибо за лайки, за комментарии, увидимся!